Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема. Спасибо. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Пошел нахуй! Третий вопрос. Что? Эй, что тут? Застрелись, офицер! Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Можно вопрос? Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Да вы что? Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон. Добрый день, уважаемые друзья. Главное, что я хочу вам сказать, не надо аплодисментов. Я понимаю, знаю, что происходит. Я знаю, понимаю, что происходит. Я не первый год, как говорят в народе, замужем. Поэтому давайте поговорим по существу. Вы рабочие люди, вы тоже меня знаете. Вы всегда поддерживали президента. Это я тоже знаю. Спасибо, пусть не все, я только что сказал. Пусть единицы, стоящих здесь. Но запомните, по-мужски вам скажу, и вы выслушайте, а потом действуйте как хотите. Самое страшное в жизни – это предательство. Я не хочу вас упрекнуть, что вы кого-то предали, потому что я хорошо знаю, что происходит. Второе. Отвечаю на ваши вопросы, которые вы хотели бы, может, даже не мне задать, но которые всегда бродят в ваших головах. Но прежде чем ответить, я хотел бы отвлечь ваше внимание на две фразы. Я просил, вот сейчас маленькую оперативную информацию привезли, чтобы они две фразы эти поставили, а потом я вам расскажу, как это делается. Если у нас люди готовы это сделать технически, если готовы, пожалуйста, сделайте это. Такая тема. ДПТшники, уроды, клепают, блин, ерунду. Клепают. Ну, уже скоро перестанут клепать. Надо на ЗКТ посмотрим, что будет. Надо его поливать сразу, выходить и заряжать, пошел вон и все. Ну, да. Чтоб люди только, главное, чтоб народ поддержал, не морозился, не боялся. Всех не уволил. Да они вообще по барабану. Люди там тоже, что, блядь, некоторые боятся, но надо принести сюда. Боятся. Ну ладно, попробуем, хорошо, ты молодец. Добро, давай, Андрей, спокойной ночи, до завтра, давай потом. Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема. Спасибо. Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Пошел нахуй! Третий вопрос. Вы знаете, прежде всего знаете. Как можно врать наглую? Я вижу вас, не волнуйтесь. Я это все услышал и ответил на этот вопрос. Мы его не пустили в наблюдатель. Почему? Отвечаю, Виктор, на твой вопрос.
много можно задать вопросов, почему. И по насилию, и по наблюдателям, и по счету, и прочее. Много можно задать. Но это один, два, три вопроса. Есть и другие вопросы. Скажи при этом, что является критерием для того, чтобы ответить на этот вопрос? Закон. По закону все предусмотрено. Как? Да, да. Скажи, пожалуйста, какой пункт закона и конституции нарушен? То, что недопущено... Нет, ты пункт назови. Назови пункт, он нарушен или нет? Нет. А почему ты этот вопрос задаешь? Потому что он бытует. Я не хочу сказать... Спасибо, я сказал все. Можете кричать, уходи. Под давлением президент не должен принимать решения. Президент должен найти компромисс, который всех устроит. Будет так, мужики. Нам надо принять новую конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдумы, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдумы. И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти.